вот Максим Федорович Костенко пишет на мое видео «Откровение телевидения». Да, сильный у вас характер, сколько несправедливости пережить и простить обидчика заслуживает уважения. Знаете, я сейчас вот на такой стадии своего развития, что я цепляюсь за любое слово. Вот значит, там простить обидчика. Простить обидчика очень дело непростое, очень непростое. И при этом, ну, обида, конечно, гложить будет здоров изнутри человека, так и сяк. Но важно вот подняться над этой обидой, войти вот, как бы сказать, в состояние того человека, который там вас обижает. Ну, кто он такой, что он там, чем он там дышит. Некоторые, знаете, обижают из-за того, что они, не имея своего мнения, не имея своего стержня, плывут по течению, вот что им там сказали, то они там это и делают. То есть там есть даже такое понятие, ну работа у нас такая, я получаю свой хлеб из-за того, что вот другого человека формирую вокруг него такое мнение, что он там негодяй. Ну, например, вот я специально посмотрел песню «Dancing La Chatan» Андрея Данилки. Вот всем послышалось, что там идет какой-то такой текст «Russia Goodbye». Просмотрел Данилку, он как раз говорит, что вот знаете, вот сейчас много таких передач на тему того, что вот того-то певца обидели там, еще кого-то там обидели про них, вот мол их набили из-за того, что там только точки после буквы «Л», как казалось бы, что тут такого, а подразумевали, что там может быть это Леонид Брежнев или еще что-нибудь там такое, ну вот такая вот глупость это. Вот, а тут говорит, я не пел «Russia Goodbye». А значит, там «Russia Telai», которая как бы звучит созвучно. И я специально прослушал вот эту вот песню его внимательно, да, там. Вот если первый раз слушать, как вы знаете, просто не вслушиваясь, там можно вот это услышать. А когда вот это вот ты слушаешь, что внимательно, что он действительно поет, «Russia Telai», «Russia Telai». И вот прилепилось такое мнение к нему, что он виноват, все, он, значит, вот против России, он вот такой сякой, плохой и так далее. И собрался кадляк народа, который вот это все поддерживал, гнобил. Понимаете, вместо того, чтобы прослушать, вместо того, чтобы действительно как-то вникнуть в это, не, вот это что-то услышали дальше, и пошло-поехало. Что касается, допустим, меня там, врач Попов рассказывал про лечение геморроя с помощью огурца. Значит, рассказал, и не знаю, каким боком это прилипло ко мне. Вот ты там, это, предложил такое лечение геморроя. Да я об этом, я присутствовал, так как на моей передаче доктор Попов, мной уважаемый специалист, рассказал вот такую вот вещь. Ну, это на его совести там лечит, не лечит. Ну, вот, возможно, что-то такое есть. Это все прилипло ко мне. То есть люди даже не разбираются, не понимают. Они вот это вот все. И когда к тебе весь этот негатив летит. А вы знаете, я вот мы все говорим о магии, о магическом воздействии и прочее, прочее. В интернете, на канале YouTube, вот это магическое воздействие очень хорошо проявляется. Одно дело, ты не слышишь посыла, который там негативно на тебя сделан, там как-то он отлетает. А тут вот отзыв, и ты слышишь, вот насколько эмоционально человек там о тебе отозвался. Но, будем говорить, вот насчет этого прощения. Важно понимать, что каждый человек находится на своей ступени развития. Вот он на своей ступени, как ребенок. Ну вот ребенок, он какается, писается, маленький. Так что ж его за это там? Просто он еще не повзрослел. Когда человек повзрослеет, он перестанет этим делом заниматься. А пока вот так вот. И когда ты это понимаешь, что это незрелая личность, тогда совсем иное отношение. То есть ты не обижаешься. Ты понимаешь, что это высказывание человека, находящегося на определенной ступени своего развития. Интеллектуального, эмоционального и духовного. Что там с него взять? Пускай. Все, что он сказал, все это улетело в эфир, обойдет
по эфиру, нацепляет нечто подобное и к нему же вернется. Это тоже надо понимать. Дело не в прощении, лично в моем понимании, дело не в прощении, а в понимании. В понимании. Вот когда человек понимает, он тогда совершенно по-другому относится. А когда человек не понимает, он действительно там обижается. И... Благодарю за просмотр. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, звоните в колокольчик и подпишитесь на канал. Ваше участие развивает канал и способствует его продвижению. Вы можете посетить бесплатно мою авторскую библиотеку на сайте Malakhov.pro. Доброго здоровья и до новых встреч! Вы знаете, что я автор многочисленных книг по естественному оздоровлению организма. Если вас какие-то книги заинтересуют и вы хотите их приобрести, пожалуйста, обращайтесь ко мне на мою электронную почту. Цены вас приятно удивят. Плюс моя бесплатная библиотека всегда открыта для вас.